Начинать сезонную профилактику пожароопасных ситуаций представители ДЧС решили с детей. Именно дети нередко становятся причиной возникновения пожаров. Бесконтрольная игра с быстро воспламеняющимися предметами, спичками, зачастую заканчивается трагедией. Встреча была организована в неформальной обстановке. Школьников пригласили в городскую пожарную часть номер 4 и устроили для них день открытых дверей. Ребята не только усвоили лекцию на тему безопасности, но и смогли примерить форму огнеборцев и посидеть за рулем спецмашины. Нам рассказали многое о пожарной безопасности. Лично я теперь знаю, как действовать в случае возгорания и куда обращаться за помощью. Пожарные объяснили все доступно и понятно. Мероприятие нам понравилось. Совсем скоро в городе наступит отопительный сезон и появится угроза отравления угарным газом. Каждый год от молчаливого убийцы гибнут десятки жителей, среди которых оказываются и дети. Профилактические мероприятия сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят, чтобы избежать подобных трагедий. К сожалению, в большинстве ЧП страдают дети. Во многом это обусловлено тем, что дети не знают правил безопасности. Наша обязанность, как специалистов, научить их этим правилам и не допустить несчастных случаев. По рабочему плану профилактические работы пожарных распределены на 2 месяца. Однако специалисты намерены беседовать с населением и в остальное время. Сознаемся!